Итак, ребят, всем привет. Сегодня продолжаем проходить Doom. В прошлый раз остановились на уровень в аду, в общем говоря. Далеко там не получалось пройти. Там какой-то жесткий замес, куча народу, куча мобов. Все летят на тебя, пытаются захерачить. Но будем, как говорится, пробовать, будем проходить. Семейный уют, привет. Кинопредира, привет, Виктор Плей, Ривоз Брау. Всем, ребята, привет, спасибо, что зашли, поддержали. Ну, собственно, что, поехали. Продолжить. Так, здоровья-то у меня немного. Это факт. Сейчас с этих палачей здоровье подергаем. Так, здесь все. Давненько дум не запускал. Я помню, что тут жесткий замес какой-то, да, вот с этими палачами будет. Где-то здесь появляется, потом вот здесь, да? Так, здоровяки. Убить. Готов один. Так, у меня защиту впилили. Мало боеприпасов, как обычно. Ну-ну-ну, где он? Давай, есть. Блять, там их двое несется. Твою мать. Да где спрятался-то? Давай-ка, что там по оружию? Супер дробовик, ракетомет. Бля, нихуя. А чё мне так отрезали здоровье-то, ни хера? Блять, ни жизни в округе, ни хера нет. Кто-то попал еще, блять, да и... твою мать, красотища какая! Да, действительно, красотища. Алекс Сиден подписался на ваш YouTube канал. Так, как будто уйти от них попить. Они сзади, да? Сука. Ну давай, падла. Вообще задерживаться не дают. Жесть какая. Ну и чё мне сейчас на один удар здоровья осталось? Блять, какой-то пиздарец. Ну больше ни хера же нету, да? Сука, и хилиться нечем. Ай, ёп, блядь. Ну, неудивительно. Спасибо за лайк. 1000 подписчиков, да? Да, да, появилось. Появилось 1000 подписчиков. Дошли до 1000. Да. Это жесткий замес какой-то. Пока пройти не выходит. Thank you.
Иди еще. Вот. Тупо. Давай, иди сюда. Иди сюда. Готов. Остальные еще есть кто? Где это падла? Он же где-то тут постоянно появлялся. Блять. Ну-ну-ну-ну. Опять валим. Валим, валим, валим. Попробуем, не знаю, супер дробовик что делать. Делать-то чего? А? Готов, нахуй. Давай, 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 поднимайся. Так, дробовик-то решает, я смотрю, да? Готов. Блять, слишком много. Жизни берем. Ну, конечно, не шустро стреляет, но если хорошенько попасть в близком расстоянии, то должно быть ништяк. Тихо. Готов, нахуй. Готов. Еще один. Что там не сдается, сейчас затащим, да, походу, там, где не могло, не получилось проходить. По-моему, что тут, две летающих, по-моему, было, и три больших. А, вот он, сучок. Иди сюда. Раз. Два. Три. Блять, мало здоровья, твою мать. Где-то здесь, да, еще? Да-да-да. Блин, здоровье пиздос, вообще ни о чем. Ай-яй-яй, мне бы запрыгнуть. Все, пиздец, поздно. Я бы его добил, сука. Блять. А меня заебашит. Игровой канал 55, привет. Не получается. Но. Как вариант, короче, берем супер дробаш. Второй. Давай, третий. Иди сюда. Блять, от некоторых вообще добивать прямо не рекомендуется. У них же здоровье валится. Так, здесь собрал. Собрал. Где это падло? Дробаш, супер дробовик. Раз. Два. Готов. Короче, три удачных попадания, и топадла дохла. Берем. Блять, жизни, конечно, в обрез. Сука. Попал все равно, твою мать. Раз. Ай-яй. Готов. Блять, всего пятеро дают. Че так мало? Пули так мало. Ребятушки. А где эти пидоры летающие? Где он? Он где-то рядом.
острая залупа. В жизни нихуя опять не осталось. Тогда не успевает будет попадать в меня, что-то я не въебу. Давай, где они вообще? Я так понимаю, за спиной. Блять. Уже кто-то въебал. Сука. Бедрок, привет. Все-таки пришел, да? Спасибо, что зашел. Рад видеть. Я тут, видишь, он ебусь с этой хуйней. На прошлом стриме не получилось пройти, сейчас он опять. Второй раз уже подыхаю. Жесть какая-то. Их слишком дохера, и как-то они в одном месте все находятся. Где? Готов. Третий где? Где он? Вон, сука. Ну, удар нахуй. Берем супер дробаш. Короче, с этой сволотой он вроде как решает. Главное удачно попасть. Раз. Готов. Главное, блядь, не останавливаться. Так, они где-то там, да, над мостом? Давай. Ах ты, сука. Блять, их тут очень дохуя. Суки! Зажимает пиздос. Где они? Где-то сзади, да? Давай еще кругаля объебем. Сука! Я, блядь, не успеваю от них уворачиваться все. Блядь. Спасибо за поздравление. Спасибо, Бедрок. Чё за хуйня, блядь? Чё они вечно... Я уже вроде не останавливаюсь, просто, блядь. Что делать? Делать-то чего? Каким хуем? Они попадают, меня не въебу. Всё, блядь, ещё не сдох. Мудак. Давай. Так, хуета эта летающая, да, появилась? Вон это. Давай, где там? Раз. Два. Ай, блять, я застрял, твою мать. Опять застрял. Да сука. Блять. Лайфайвер, привет. Спасибо за лайкос. Нихуяшечки, что-то не выходит. Я, блядь, то застрянул, то нахуй. Чё какая-то хуйта. Пидарьё нахуй. Давай, где ещё? Гандон. Thank you.
А с другой стороны вообще появился. Раз. Ах ты, ёб твою мать. Чё они так сшибают эту хуя? Сука. Просто, блядь, только начинаешь, и уже, блядь, у тебя половину жизни нет. Охуеть. Второй. Блядь, да вы сдохнете, нет? Сука. Давай, дети, пидорасы. Все равно уже терять ничего. Уже было проебано. Жизни немного. Где они все? Готов один. Как я его? Заебись. Поймал. Да ёб твою мать. Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Готов. Падла летающая, могу поймаешь её. Ты смотри, блядь. Ладно. Будем носиться кругами, что делать. Пиздец, как он достает меня? Покилил тут еще. 19 патронов. Не густо. Пидор себя, блядь. Наконец-то, иди сюда. Еще одна хуйта должна быть, да? Ну это мелкие, да, всякие. Раз. Второй. Сука, 5 патронов. Ёб твою мать, чуть-чуть застрял, все, пизда, тут же нахуй, пол здоровья нету. Ебучий случай, блядь. Пиздос, вообще 4, какая падла задела. Штурмовая, блядь, ракетомет. Все не то, давай падла. Чего, блядь, каким хуем я сгорел? Охуеть. Евгений Гурцов, привет. Лоб с ракетницы, говоришь? Блять, ну, я пробовал с дробаша, вроде как тоже канает. Я знаю, пробовал с ракетницы, это ж тоже попасть надо. Она ж пока летит, потом только взрывается. Они еще бывают, под, ты в него только выстрелишь, а он, блядь, хуяк подпрыгнул вообще. Ну не пидорасы ли, а? Мистер Артист Фаул, привет. Спасибо за лайк. Илья Гольчук, привет. Спасибо за лайк. На кошмар я даже пытаться не стал, потому что я, блядь, наверное, первый уровень бы не прошел. Вообще, по идее, в любую игру стараюсь пока не это, на самых сложных, ну, не выкручивать себе яйца, короче говоря. Хотя бы это пройти.
прыгают, суки, как обезьяны, блядь. Ну, допустим, дробаш, давай ракетомет. Попробуем, попробуем. Как он? Советовал Евгений Огурцов. Хуяк. Хуяк. Блять, я застреваю. Мою мать. Один год, блять. Я застрял. Нахуй. Ну ничего, понервничаем, попотеем. Да понятное дело, то что это все непросто. С учетом того, что я в Doom вообще первый раз в жизни играю. Других частей не видел. Раньше до этого вообще, по идее, к шутанам был равнодушен. Тут ничего вроде зашло. Хуячим чуть-чуть. Так, давай, ракета, мед, где он тут? Готов. Хуя, да, в него попал. Пидармор, блядь. Давайте, бейте. Ты хули такой борзый-то, блядь? Тихо. Нормуль. Ах ты, падла ебучая. Блядь, здоровья не дали нихуя вообще. Такие, блядь, жадные сволочи. Давай, сзади там кто есть? Залупа. Хуй там мне его не поймать. Ёб твою мать, красотища какая. А не видите, подписался на ваш YouTube канал? Спасибо за подписку. Вот он, блядь, стоит. Вот сука стреляет в меня. Гандон, блядь. Да пиздец, он меня тут. Александр ТВ подписался на ваш YouTube канал. Самый квадратный. А, ну с первой части, да, еще. Ну, у меня, видишь, в детстве компа-то не было. Вот так. Поэтому не доводилось. Не доводилось ебануть. По бездорожью, по дому. По-моему, он же вначале на компах только и выходил, да? Блять, не долетел. Еще въебал кто-то. Ну не суки ли, блять, а? Пиздос нахуй. Нахуй пошел. Какого хуя, блять, почему мне опять здоровье отняли? Охуеть. Пиздос, блять. Дичь какая. Кто там мочит нахуй, а кто, блядь, непонятно.
Он сзади уже, да, появился? Хуй, непонятно. Ебаной, да, блядь. Такого? Я вообще не понял, как я сейчас подал, блядь. Пиздос, блядь. Тот кто сейчас ебанул? Нахуй. Попал, не попал, блядь, вообще тут не было. Блять, а что происходит вообще? Блять, я застреваю нахуй. Охуеть. 7 жизней, вы серьезно? Пиздец. Ну, естественно. Ебануться, тапки гнуться. Хуй попал, да, стопудово. Вот оно, давай. Одна падла готова. Есть еще? Угу. Вижу, вижу. I see you. Быстрые, блядь. Валим, да ёб твою мать, ты чё застрял? Семён Семёныч. Да, я понимаю, то что главное движение. Лоб-лоб, старайся нить. Бил одного, убежал, подхилился. Я помню этот момент, хорошо тоже здесь подвис. Ну, я пробую двигаться, но... Блять, бежишь тут в основном коридор, как бы ты можешь просто скользнуть либо вниз под эти по каким-то мостиком. Я все время тоже двигаться он бывает. Херак там застрял, блять, где-нибудь еще. Я хуй знаю. Не знаю, пока что-то пока не это. Что-то пока не то.
Ладно. Тоже такой же замес получается, как Serial Sam. Остановился, все, тебе пизда. Я понимаю. Фу, я в него попал. Я вот этого, блядь, я тут попал. А здоровье кто-то снес уже, блядь. Может, я себе этой ракетницей сношу, я что-то не могу въебать. Готов, нахуй. Второй раз. Ай, блядь, вот я опять застреваю. Второй готов. Вот это падла шустрая, блядь, пиздец. Блядь, вот кто сейчас нахуй ебанул так? Просто 4, блядь. Просто 40% здоровья, как хуем сбрило с одной подачи. Правильно, последний раз действовал в смысле то, что держался на одном пятаке. Дальше не прыгал. И это имеешь в виду. Потому что такое ощущение, что я на этом пятаке, блядь, больше сил, наверное, прожил. Прям вообще практически нет. Не двигался, кстати, с него. Вот я откуда их расстреливал, так и все. Но они же, блядь, что-то тут охуевают, они тут толпой собираются и мне просто двигаться даже не дают. Так, ну оттуда мне не попасть, просто не попасть. Блядь, где? Попал. Ёб твою мать, разопища попал. Ой, не попал. Твою мать. Иван Елягин подписался на ваш YouTube канал. Спасибо вам, подписка. Опа. Ну давай. Блядь, твою ёбки, а. Хуй знает, попадай я в нее. Нет, блядь. Мне бы не застрять хотя бы. Шмаляют они тут, суки. Как пизда. Блядь, да я застрял, твою мать. Где застреваю я, хуй знает. То ли он в эти колья нахуй лезет, не в ебу. I don't know. Хуяк. Блять, ракеты долго летят. Убил. Нет, не попал.
меня здоровья нихуя нету. Маша, давай опять на пятак это вернем. Ах ты, ёб твою мать. Тесла-пушка? У меня нет Тесла-пушки. Я не знаю, где он. Тесла-пушки нет. Пушка Гаусса. Ее тоже, блядь, нет. Правда же? Ёб твою мать, красотища какая! Да, вот именно. Илья Набиуллин подписался на ваш YouTube канал. Ну вот, я не подобрал, получается, до хера чего. Пушку Гаусса я не подобрал, этот какого. Как он? Реклак, привет. Не подобрал Тесла пушку. Да до хера, короче, ничего не подобрал, но. Будем ебаться теперь с этой всей хуйней, да. Это за лупа.
Я так понимаю, если сразу не подобрал, то потом уже возможности хуй дадут, да? Блять. Твою мать. Падла ебучая. Ну и пиздец. Надо же, до хилов добежали. Ебанулся. Где? Пиздец. За оповещения, вот такие. Вот такие вот оповещения. Это на подписчиков стоит. Забаву ради. Иногда в играх прикольно накладывается. Где? Тут охот поймаешь. Попадаю я в нее, нет, вообще без понятия. Настолько шустрая падла, что просто остолк нас. Все, пиздарят меня, давят на. Ёб твою мать, сколько их тут нахуй? О, пиздец. Тиси Гэппл, привет. Спасибо, что зашел. Охуеть. Чего ж так сложно-то, а? Давай, где эта пизда? Иди сюда. Пуколка, блядь, ты где она? Он попёрла, блядь. Ай, бис, ты колотись. Хуй знает. Такое ощущение, что, блядь, вроде всех выстрелом зацепил. А толку дала. Чё твою мать? Тут
блядь. Просто вся безобразие, сука, тут. Блядь. Ёб твою мать, красотища какая. Ты говоришь привет. Спасибо, что нашел. Александр Тимофеев подписался на ваш YouTube канал. Александр, спасибо за подписку. Не въебывать бы каждые 10 минут, было бы вообще шикарно. Чуть не попал. Давайте, видите, пидорас бегущий. Все сюда. Все уже, никто не бежит. Надо хилы искать. Ебучий, скрипучий. Во, попадался вообще. Твою мать. Дети гандоны. Блять.
Живем, блядь. Чудом нахуй, но живем. Охуеть. Вы издеваетесь. Так, пойдем, ну хотя бы на знакомый, и так. Так, 6 патронов этой хуеты. Сука, жизнь не тает, пиздос. Они просто постоянно попадают, потому что. Кто въебал, сейчас хуй знает. Давай, где там? На хуй я этот поймаю. Где она? Блять, это пиздец. 13 плазменных патронов. Вообще ни о чем. Где это падло? Столет супер дуаболит. Готово. Кто остался? Есть. О, Фильмоскоп, спасибо за лайк. Ёбнулся. Ни хрена, блядь, какой замес. Так, может быть, глюк Гаусса нет перед этой битвой. Ролик, где ты его подбираешь. Да, вроде не было такого, чтобы... Даже по карте тут нет, тут не отмечено то, что какая-то пуха тут рядом валяется. Хуй знает. Брать. Я вроде все осматривал, все, что доступно, блядь. Могу поставить. Я не знаю, где этот. Новые пушки я, по крайней мере, не находил, где их брать, пока что-то я без понятия, чувак. Молодец. Фильмоскоп, если забыл сказать привет, то привет. Так, вроде тут же. Здесь просто пиздёж. Я помню. Здесь ни пушек, ни хуюшек, ничего нет. Куда я зашел? Здесь я осматривал, а тут вроде ничего не было. Жизнь. Погоди-ка. Тут жизни, это дохуя. Забираем. Нет, а что, лишнее? Пушка Гаусса, она где-то здесь валяется? Потому что ты говоришь, что пушка Гаусса, Тесла тут. Ёб твою мать, не видел. Красотища какая! Иван Иванов подписался на ваш YouTube канал. Спасибо. Ты. Так, ну все вроде. Снимаем. Байден теперь президент.
Чувак, ты следишь, что ли, за этим делом? А, ну тебе надо. Ну, ладно, вроде здоровье я хотя бы пособирал. Сейчас бы патронов было бы заебись вообще. Прямо шикардосненько было бы. Ну, тут походу хуюшки вашей Дунюшки. Так, ёбать мне туда, в открытую дверь, да? Я, наверное, тут так носился, то что, наверное, все, что можно, уже пособирал. Лютый, конечно, замес был. Прямо пиздос. Так, ракетомет максимальный. Пера нет. Вот здесь у дробаша патроны валялись. Больше я что-то, по-моему, и стрелкового вроде не видал ничего. Хули трясемся. Я так понимаю, надо прыгать, да? Прыгать, прыгать. Ну, давай попробуем. Бронежилет бы, блядь, как-нибудь взять. Кстати, что у нас там? Вот броники. Не пушек. Ниху. А мне куда-то наверх, наверное. Канистра. Привет, найден. Пешки. Дробаш. Давай его возьмем. Сейчас миру по нитке потихонечку насобираем. Так, даже это максимум. Угу, здесь я был. Это я, получается, как-то сверху, что ли, прыгаю? Не совсем карта понятна. Еще насчет этого, насчет оружия, то, что она лежит, либо не лежит. Странно, по идее, обычно всегда же стволы какие-то, они прямо вот в очевидности попадались. То есть ствол у тебя валяется как бы под ногами, ты его берешь там. Это вот типа твое новое оружие. И такой, окей. Будем ебашить им теперь. А что-то плазменную пушку и так далее я не видел. Погоди-ка. Я тут. Нажимаем. Уха. Плазменная. Пушка Гаусса. Неужели надо? Нихуя это не относит. Ха-ха. Бодрая штука. Дед Мороз, какой молодец. Бодрый. Пушка Гаусса, ничего. Как, он Гаусса или? Если... Ну ладно.
Потом я сюда пойдем, да? Потом вот сюда пойдем. Берем КВС. Забираем. Потом вниз. По-моему, 75 брони это максимально. Кто-то там убиенный весь лежит. Его давно. Так, 101. Я еще съебемся быстро. Первое, что сохранятся в любой момент нельзя. Типа quick save, quick load. Всех дел. Ебанем по бездорожью. Зерасина, привет. Привет, спасибо, что зашел. Лайкос принят. Благодарю. У меня, кажется, еще здесь было немножко же. Наверное, надо будет похуй эту новую взять и быстренько валить с этой платформы, чтобы опять не грохнуться. Так, там внизу. Тихо, тихо, тихо. В смысле, я ее уже взял? Ну да. Окейшки. Ее засчитали, короче. Окей. Че он тут? Это, блядь, впиливается, непонятно. Боеприпасов ничего нету. Не хотят давать. Волочь. Ёб твою мать, красотища какая. Асингуль Талмагамбитова подписался на ваш YouTube канал. Спасибо за подписку. Ёб твою мать, красотища какая. Валерий Кузнецов подписался на ваш YouTube канал. Да, это дом, но как бы, я в него ни разу не играл, как бы, но игра мне заходит. Серьезно, как-то вот не доводилось. Я вообще, в принципе, в шутеры мало играл. А тут сразу Doom. Сразу все видел. Давненько пиздорезы не было. Сейчас, наверное, начнется, да? Кто-то еще хрюкает. Я слышу. Хрюк, говорит, хрюк. Да иди так. Как правда, ты двери обратно. Окей. Надо что-то сделать с какими-то капсулами, что-то покрутить, я не пойму пока. От меня требуется. Нет, плохая идея долбануть. Нет? Ну, тоже нет. Пока дробаш оставим. Надо врубиться, что делать. Я еще туда не прыгал. Тихо, 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 тихо. Не знал, что зеленая ебать, ебать на твою.
мне показано идти в эту дверь. Найдите помеченный ОАК портал выхода. Окей. Нашел, допустим, я его. Дальше что? Что у нас? Ракетомет. Ружье. Пушка Гаусса. Как очнуть-то могу, ну. Получил. Не перезарядки. Так. Умный прицел. Плазменное оружие. Тоже нет. Там. Вон. Вот нашел я этот портал, допустим. Делать-то с ним, что надо? Этот, некоторые тут места бывают, пиздец, как не очевидно, куда идти. Начинаешь шакалить тут. Привет. Как туда пройти, хер знает. Тут, наверное, кто-то борзый должен выпрыгнуть, да, на меня. Сейчас мы попиздимся, и потом откроется портал. Обычно так бывает. Тут ничего не сделать. Ну, куда-то запрыгнуть, да? Ощущение то, что здесь этот кормежка чья-то была. Кто-то, когда прихожу, здесь кто-то хрюкает. Кто-то хрюкает, а вылезать не хочет. Ну и что делать-то? Странно. Здесь вот по идее, да? Что-то надо типа нажать. О, не работает. Так, в порядке бреда чисто. Гранат. Но ими не пользуюсь. Ну, это бред, конечно, по камням стрелять. Вот там вот, возле этой кормушки, блядь, кто-то хрюкает. Если уже она хрюкает, перестает. Да, тоже не добраться. Делать-то чего, блядь? Да ебали. А. Странно. Как ничего не. Ну-ка давай попробуем повыше прям попрыгать. Да. Так. Угу. Тихо.
Это портал, да, какой-то? Угу. Понято, что? Сейчас будем 10 сначала. Идем. Пособираем. Секретка. Дом Гая нашел. Модель Ревенанта. Теперь двигаем в портал. Непонятно, за какой дверью оказался. И не пропуск. У меня есть зеленый и синий. Вот такие. А выскакивают. Давай сюда. Там фиолетовая загорелась. Ну да, надо сюда идти. Там попал, блядь, а? Ты смотри какой. И тут шара реально. Во-во-во, нихуя не сносят. Попадался, блять. Ёб твою мать. Ну ладно. Ну хотя бы понял, куда идти. Заниматься. Понятно. Давай, подходи по одному. Ты дробаш, ухо, галку, супер дробовик, ракетомет. Давай попробуем ему голову опять разъебать с ракетометом. Давай. Как он хорошенько разделяет. Пушка головы, да, где-то тут летающие. Мне же где-то здесь. Найти мне синюю дверь. Давай, ко мне поближе. Вот так. Готово. Ирак. Блять, вот эти длинные. Зачем вам удачки, пидоры? Как беготня начинается. Ясненько.
Я знаю, я подкрепиться здоровьем, кажется, можно. Ай, кто сюда? Бородая штучка. Заебись, пушка Гаусса разъебывает. Только зарядов мало. Че? Застрял и его ебошит, блять. Что такого хуя? Отплестал мне моей же рукой. Ну не стыдно ли, а? Давайте, ребят, перекур. 3 минуты. Сейчас подойду. Ну, продолжим. Ну, этих я сейчас дробовика поебашу. Ты вообще остался кто-нибудь, да?
Давай, наверное, супер дробовик. Нет, рано. О, мелкий придирки. Ох, твою мать, красотища какая! Юрий Крагов подписался на ваш YouTube канал. Спасибо за подписку. Так, надо смотреть и оружие, блядь, переключать. Готов. Суки слепят, блядь. Ну, хватает, не лжи. Они у меня хуй, да? Гандон мелкий, блядь. Ёмного, свали. Попадет? Да, смотри-ка, попадает. Давай их распиздючал. Так, надо подпилить. Блять. Сука. Я не успел от него спрятаться. Есть? Да, мелкий два. Иди-ки мелкий. Ёб твою мать. Взял, долбанулся. Давай, прыгай сюда. О, дед. А ну же головы вообще летят на меня, да? Я не вижу. Чаще-чаще заныкаемся. Пушка Гаусса. Хуяк. Нормуль. Это хорошо. Так.
как бы мне к ним подойти-то? Так пизде. Ладно, наверное, ждем. Че, нихуя ни в одну не попал. Вот отстой. Так, сейчас большие, по идее, попробуем. Короче. Надо вниз спускаться. Они заебут. Где галса пушка? Типа он застрял. Какой странный чувак. Этот мелкий гандон. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй. Готов. Варим. Не помню, что это такое. Обратный урон. Ой, хорошо. Блять, надо ебашить оттуда. Погнали. Пизду надо жизни взять. Еще я их найду. Дробовик, пистолет. Пушка Гаусс. Это козлина. Вон он, да, где-то тут стоит. Все. Кстати, вот некоторые места мне тут было не попасть. Теперь я могу это сделать. Там вот что-то за решеткой какой-то лут валялся, я не помню. Секундочку. Вольфуд, привет. Так, нам идти, получается, у нас есть синий череп. Значит, двигать нам туда куда-то. Ну, жизни можно было не подбирать, ну ладно.
Раз уж такая пьянка. Такая пьянка. Да, давай здоровье качаем. Кто-то хрупкает. Припасы, ничего такого, да, нету. Тут еще пиздует. Где он? Блять, где-то сзади. Ублюдок. Так, пиздец. Давай. Так, что у нас есть вообще? Ракета мед. Помолая, блядь. Хера не осталось. Загался. Там у мелочь. Рабаша поебали. Тихо, тихо, тихо. Ебанем пушку Гаусса. Я? Так, а то со вторым-то как быть? Кстати, вот я заметил, откуда он прыгает. Раз, два, три. Я думал, блядь, он никогда не сдох. Надо под хил искать. Вот здесь. Да, оружия ни хера не осталось. Ладно. Так, отсюда я пришел. Надо бы так запрыгнуть-то. Поудобнее. Понеслось. Черти нападают. Как туда добраться? Ого.
Надо прыгать. Прыгать откуда-то отсюда. Блять, хуй далечу. Ёб твою мать, красотища какая. Ильшат Хисматуллин подписался на ваш YouTube канал. Спасибо. Ну-ка, давай-ка его вообще сейчас. Супер-дробовик, давай обычным дробовиком. Вот, сейчас положим. А на этого пидора у меня вот такие планы. О, блядь. Да ёб твою мать, что за хуйня? Вот типа того. Давай еще раз ему ебанем. В смысле, блять? Мало топлива. Твою мать. Такого же нет. Кто б сомневался. Будем келиться, что делать? Хилы-то есть еще где? Он там наверху еще был, да? Пистолет, пушка, галсы. Где же был? А ну да, мы сейчас с пушкой галсы его разъебем. Я только поищем, чем похилиться. Проверю, там жизни нет случайно валяющихся. Совершенно не случайно. Да, есть. Как здорово. Ты чё тут встал-то, блядь? Жирные двери не пролезает. Уёбище. Ну, наверное, прогай не прописали, слишком дохуя отходить. Вот он, блядь, затупил. О, лень. Давайте, все сюда. Блять, вот до чего эти мерзкие пидоры, а? Посмотри, блять, какие. Так, надо еще похилиться. А меня ебанут.
Ничего пока нет, да? Пока нет. Парочка здесь. Это еще было. Надо вспомнить. Надо вспомнить, где хилы. Где бью были, да? Взял уже. А, ну, вот где портал тут было. Раз, три, два. Отлично. Передвигаем, короче, вот сюда. Может, у других что-то ходов я не особо вижу. Тут он тоже какой-то затилье зла. Готов. Так, отсюда мы, ну да, 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 все правильно, так пойдем. Похрюкает. А вот и сколько где. Еще один, да, будет? Или нет? Жетон. Тихо, тихо, что-то так ломанулся-то. Я чуть не ёбнулся. Короче говоря, прыгаем, наверное, все-таки сюда сначала. К этой точке придется возвращаться обратно. Неуязвим. Спасибо, но не надо. Очко оружия. Это что за байда? Миниган. Пулемет. Однозначно тра-та-та. Пока ракетомет, наверное, возьмем. Да, меня не пустят, да? Надо чуть вверх как-то двигать, вот туда, где светится. Сейчас посмотрим. Пойти.
только на карту. Где-то вроде. По прямой что-то показывается, шлем какой-то. Вот так. Там здесь, да? Да, я его убил. Так, посмотрим, что там по улучшениям. Не могу почему. Давай, короче. Огневая мощь. Принял при зарядке, да? Определенно. Сопротивление среде, урон от взрывов от окружающей среды с камер местности, система снаряжения, что это? Емкость. Ну давай так. Вот это. Вот возьмем самосохранение от собственных выстрелов. Кстати, не исключено то, что я в прошлый раз то как раз урон-то и получал. Одну херню не вкачешь, не вкачаешь, все, пиздец, начинаешь попадать. Так. Хоп. Идем сюда. Ну вот еще здесь какой-то заманчивый проход. А, вот я тут был. Да, тут стоит. Все, поехали меситься. Полутаем. Тихо, ребят. Не все сразу. Что-то как-то подозрительно их мало. Я уже начинал задумываться, где же все. Почему-то, блядь, пиздорез не начался. Еще не ждов, блядь, там второй. Сука. Ай-яй-яй, я застрял. Я застрял, блядь. Ебучий скрипучий. Я что-то возьмем. Время. Блять, опять застреваю. Пушка Гаусса, отличная вещь. Долетел.
подача, он жердяй, блядь, уносит на раз. Распиздючило. Контрольная точка. Типа все, значит, да? Никого не осталось. Сейчас пробегу здесь, посмотрю, может, что упустил просто. Хотя, в принципе, так-то все собрано. А может, по оружию. Не долетает он вообще. Тоже дело хорошее. Но это портал. Это портал. Ну давай сейчас все-таки еще получше. Лучше смотреть. Может, что пропустил, потому что пушки Гаусса, как обычно, не хватает. Ракетомета болт. Плазменное оружие. Ну, самое ходовое, короче, оно, собственно, и улетело. Давай вот туда сходим. Вверху будет вроде. Вверху будет вроде повиднее. Вот я от ракеты вижу. Забраться-то. Отлично. Бля, да вроде все. Теперь мы шарашим туда. Боевой вспомогательный дрон, модификация оружия. Начнем пушку Гаусса чуть-чуть. О, что, нет? Ну да ладно. Нет, так вот. Куда-то сюда идти. Я как киборг. Они, короче, отстреливались, да? Блять, все настолько одинаково, это что такое ощущение, что я уже здесь был, но нет. Кто такие, кто бежит? Что-то кто-то стреляет, я не вижу кто. Здрасте. Почему он не хочет? Тихо-тихо, пока он это. Поднырнул его чуть-чуть.
Так, пистолет, нет? Давай-ка мы это дело оставим, пока тут мелочь всякая. Нахуй нам ломалось, правильно, да? Правильно. Борзую пушку. И так сойдет. О, вижу. Я вижу тебя. Тихо, вы чё, блядь? Поебся, что ли? Кстати, действительно, он стал быстрее заряжаться. Вот какая чучела, блядь. Так, где путь шагал? Вот он. Ну, теперь хотя бы это дерьмо уже не разъебал. Копытные, блядь, когда будет. Плазменная, штормовая, арабаш, пулеметку, прогался, тихо. Расхуячим. Делам-то есть что? Тихо, кто ебанул? Опять молодые, да, блядь, ебашек там, ты чё? Внизу тут нет. Возьмем такой дробаш и надаем остальным пиздюлей. Грин Астронавт, привет. Спасибо, что зашел. Дела? Да, дела нормально. Хуя чем в дом. Вроде получается. В самом начале стрима какой-то затык был. Я навешал его. Тихо. Ну ничего, вроде пережил этот недуг. Сейчас уже лучше получается. Так, пушку Гаусса достаем опять. Тихо. Блядь, я ебанул. И Гаута, он, блядь, любая пулька разносится. Раз. Два. Вот, и как бы все. Ну, я так и думал, что их подвое. Супер дробовик. Блять, надо валить. Надо валить, хилы искать. Иначе сейчас меня заебенят. Я туда пришел. Ну почти. Почти. Сколько интересно этих, блядь, мудаков тут будет. 3 или 4 я их завалил. Ну тут по максималке патроны. Так.
винтовочки мелочь подвоячил. Погоди, а он тут что-то саморазъебывает. Подождать, как вам разъебется. А он тут самого прыгает. Пушки. Раз, два. Почему она, блядь, самостоятельная такая? Давай, следующую партию. Да, брони нету нихуя. Ага. Где эта летающая залупа? Раз-два я ее поймаю, да, сейчас? Я проебал пушку. Плохо дело. Она, по идее, сама должна ко мне прийти. Или мы четырехкратный урон. Да, ну, так сойдет. Добивание. Так, это первый, да, улетел? Первый толпа голов. Давай, давай, давай. Еще будут? Вот и все. Что у нас в пещере-то вообще есть? Нихуя. Нихуя. Yo.
Здесь они не хуже. Ну и чё, где? Блять, у меня один, так второй, твою мать. Лазурки мне выдрал, как мило. Короче, нахер экономим на пушке. Все, подождем, пока он полпульса перегасит. И останется один. Блять, вот каждый пидор по чуть-чуть так осмотрит. Суки. Блять, где это пизда нахуй? Иначе будет борода. Теперь их двое, да, вроде появится. Или один. Так, 105, но надо валить отсюда. Опять это хорошо. Здесь, по-моему, да? И хилы, и вся хуйня. Ой-ой-ой-ой. Хватаем, короче. Раз. И второй. Второго заебаш. Контрольная точка. Оу! Есть. Непросто было. Пришлось пару раз подохнуть. Но вовремя взял, короче, улучшалку.
без берсеркера, или как эта херня называется. Трехкратный урон, пришлось бы поебстись. Так, по-моему, больше тут нигде не было брони, да? Взял. Формовая дробовик. Опять пушка Гаусса 105. Что-то хер знает, как она, блядь, пополняется. Точнее, как непонятно, как она тратится. Один заряд, сколько тратит вообще? Ну, типа один выстрел. Одного выстрела сколько раз я могу ебануть как-то. Это еще же надо прицельно ебнуть, правильно? Это так просто. Заботливо положу две пачки для дробаша патрона. Такое что-то светится какой-то камень. Там вот кто-то воюет, блять. Явно не в мою сторону. Я походу ебанусь. Че они между собой пиздятся, что ли? А нахуя? Да, смотри-ка. Ну и кто кого? Ага. Оно заебашит, интересно. Или они по мощности одинаковые? У меня смайка. Или от этого захуячил? Давай-ка. Плазменного оружия не понял, или. Это стенный отбор, хули. Головы летят. Возвращаемся аккуратненько. Какие какие, блять. Ладно, хоть которая на точке была рядышком. Третий вроде, да? Нет? Двое только. Окей. Что, подождать, пока не разберусь? Смотри-ка, а жердяй одного, что ли? Или двоих завалил? Почему? Просто разбирался их два. Один. Сейчас их двое уже. Но они, по идее, жердяй должны вдвоем теперь быстрее завалить. Бля, долго не ебашит. За хуверку. Бля, вы сдохнете, нет?
что второй где? Все, покойник. Ну вот. Больше никого тут нет. Тихо, тихо, блядь. Блядь, не ёбнись. Контрольная точка. Монстр Манкубус. Или Манкубус. Как на любителя. Всё. Это искрит постоянно, блять, непонятно. Плазменная винтовка это же. Давайте-ка, наверное, перекур перед следующим замесом. 3 минутки. Thank you.
Погнали продолжать. Да, ну, даже нормальные. Какие-то более борзые патроны на них даже тратить не особо. Там я смотрю, блядь, и иди какого патрон, бронежилет. Видимо, должен буду обойти все это дело. Так, куда меня тащат, непонятно. Что это такое? И в битве с черными душами обреченных показал он свою доблесть. Для его крестового похода Серафим даровал ему огромную силу и быстроту, и мощью своей сокрушил он обсидиановые колонны храмов крови. Не зная жалости, обрушился он на чудовище из девяти кругов, палач Рока, несокрушимый, неумолимый, несгибаемый, решил искоренить царство тьмы. Время охуительных историй прошло. Я здесь был уже, да? Точно, просто вышел от него. Я за другом пиздится. Ну ладно, пойдем мочиться. Кто-то у нас что вообще есть? Есть-то тут что, а? Чувак валяется. Подберем. Что, не оружие? Что это, скелеты их победили, типа, они же там стреляются издалека и прыгают как мартышки. Скелеты могли бы их, ну, точнее, они бы могли скелетов заебашить на раз два. Больше крикает. Жути нагоняют. Гаится. Ну, если дают до хера оружие, значит сейчас будет замес. Есть кто поблизости? О, здрасте. Да,
маленький пиздюк, блядь. Блять, я с дробовиком лезу на этого жирного. Не вариант. Надо где-то жизнь искать. Ну, ёпта, не запрыгивай. Вот пизда мне. Сука, все красное, это пиздец, как на глаза давит. Нормально, он так умер. Без лишнего хуйки. Отвалим. Блять, не пойдет. Сейчас мы с ракетницы попробуем его захуярить. До хера жизни уходит. Застреваю. Блять, жизни нихуя нет. Теперь лучше. Ай-яй-яй-яй. Чуть не пизданулся, пока я тут бегал. Так, сколько их тут?
Сука. Прям под него, блядь. Нормуль. По идее, жирный один остался, да, и все. Контрольная точка, отлично. О, народу тут было до хера, я вам скажу. Опять. Смотреться. Плазменная. Ну давай плазменная ваня. Походу все взялся, что, блядь, под руку попалось. Эй. Так-ка посмотрим, что качнуть можно. Закрыто. Почему, блядь, они? Да, да, интервал между выстрелами тоже дело хорошее. Пушка Гаусса, она мощная, но пусть не сразу, как бы не часто дают патроны для нее, но все равно, тем не менее, если нормально прокачать, то она будет заебись разносить хотя бы. Вернитесь на Марс, завершено. Ну так понял, портал какой-то. Я же еще не на Марсе. Активируем портал. Уровень пройден. Что-то пройдено, что-то. Ладно. И так, кстати. Блин, от этого красного фона, конечно, глаза подохуели. Так, один комплекс уничтожен. Вы сразились с врагами в аду и вернулись обратно. Но теперь демоны захватили плацдарм на Марсе. Найдите способ закрыть адские врата, созданные Оливией. Давай посмотрим. Ад на Марсе. Арген башня уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем колодцем. Вы вернулись в единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у вас есть выход. Вега пытается получить доступ к файлам Оливии. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию. Ну, как обычно, все разъебано. Ты давай чини. Денег нет, но выдержите. Подрасхерачил и так далее. По кораблю как-то немного привычнее двигаться. Ах ты падла, блядь. Гандон. Остальные мимо пролетели, похуй было. Перегень. Выскочил, ублюдок. О, блин, вот так и мать твоя. И куда-то наверх? Ну, непонятно. Там.
Вот тут он собирается. Я пойдем команду разъебывать. У нас что? Брать нечего, но... По идее же должно же что-то валяться. Привет, найден. Модель как демона. Мне сюда прыгать или же что-то я запутался, куда я пришел. Ну да, наверное, сюда. Нет, смотри-ка. Контрольная. Так я ходу лечу до туда. Ну, конечно, попробую. Неудивительно вообще. Хуя там расстояние. Долетел. Он, наверное, куда-то сюда. Жатончик. Вот разъебали по столу. Я пока ничего дергать не будем. Смотримся. Может, что собрать можно еще? Того. Груз запечу. Ну, значит, здесь его открывают. В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса. Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня Альфа. Готово. Доступ к комплексу «Лазер» есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. Надеюсь, на поезде меня... Я включу питание поезда, чтобы вы доехали туда. Но для поездки вам понадобится корпоративная карта доступа ОАК. Рядом есть пост охраны.
Ну, пост охраны, короче, сейчас сначала заебем. Там пропуск. Пропуск на поезд. На поезде доезжаем до какой-то хуйни и за этот как. Пиздим артефакт, даем всем пизды, короче, подарок. Ясненько. Прыгучий мудаёк нахуй. Ты меня заебал. Козлина, блин. Ещё кто-то есть? Чтоб сомневался. Попал, блядь, смотри как это. Блять, еще выше выйти не успел. Они уже тут охуели все. Вы что, ебанутые, куда вообще? Только выходишь, что, блядь, просто возле двери давка нахуй. Охуенные секретики. Ну да. Мы на ней где-то разберемся. А почему? Пойдя в пизду, короче. Сейчас я посмотрю, где как тут пуститься там, покозырнее можно. Обходил я уже. А чуть ниже. Понеслось. Хуя. Эти скелеты, блядь, песни. Это пизда. Застреваю, блядь. Какой-то супер пазл, блядь, произошел только что. Под дробовик. Ну давай. Контрольные точки что-то прям один за одной. Одна за одной.
Это в подобных контейнерах, по-моему, блять, оружие было. Уже все. Не камильфо. Немного непонятно, куда идти. Те, кто пришел перед вами и с кем вы работаете рядом, трудятся ради одной цели – привить новую цель человечества. Согласно этому принципу, работая единой командой, будете на основу их существования. Потом куда-то в ту сторону, наверное, ебашит. Открыть. Монстр. Блядь, он не один. Фу, прям в ебучке вот так. Так, ребят, что-то вас тут дохуя, вам так не кажется? Блять, я сюда опять застреваю. Старание, это не борза. Ну давай, плазменная. Я плазменная сейчас быстро кончится. Попробуем пухать, долбануть. Чего же лучшие пидорасы, блядь, а? Еще голову ему поправил, а то он неверно ходит. Блять, а? Помог нахуй неудобно. Бляха. Я между этими переборками, блядь, застреваю и пиздец. Юль, привет, спасибо. Спасибо за лайк. Отмена вообще. Как дела, рассказ? Те, кто пришел перед вами и с кем вы работаете рядом, трудятся ради одной цели. Приблизительно.
Тридон Хоптон прошла. Прошла на среднюю плохую. Я прошел на две плохих, короче. Как-то так. Больше переигрывать не буду уже. У меня, получается, в первой концовке там выжил рыжий и бабулька. Во второй выжил только рыжий. Но и в тем, и в той, и в другой, как бы его этот нигер посадил в куком. Ну, сдал ментам, короче. Те, кто пришел перед вами и с кем вы работаете рядом, трудятся ради... Положительной концовкой является, когда этот, когда он, ну, менты его не забирают, и когда все выживают. Максимально хуёвая концовка, когда рыжий, ну он же водитель, выёбывает себе мозги. По-моему, это максимально хуёвая концовка. Сука, петухи ебучие. Неужели? Так, ребят, надо проверить чуть-чуть. Вот проверить надо, я вижу. Я... Он че, его жопу разрывает? Блять, я нихуя не видаю. Бежит он такой борзый на меня. Тарас. Данный загружен. Девчонку спасли. А, подожди. Выжил профессор и рыжие остались. Вдвоем получается. Девчонку спасли. А, ну девку, да, в конце, но... Водитель просто у закусочной. В другой остается рыжий, застрелился, девчонку сдали. Ну вот, я сначала, в общем, топил против священника, а потом я топил против девчонки. Но, по идее, более нейтральной считается концовка, когда мочишь куклу, либо священника. Если девку сдаешь, то это уже, типа, уже плохая там, концовка. А так... Сегодня еще до 5 утра я не спал, блять, Man of Medan проходил. Прошел там что-то тоже на среднячок, по-моему. На среднячок или ближе к хуёвой. Демон забрал вашу ключ-карту. Нужно ее найти. Без допуска вы не попадете к поезду. Ну, в принципе... По Man of Medan, что Little Hope игры-то неплохие, но единственное, это что вот они прям на коленке в попыхах клепают. И... За год делают игру, чтобы лишь бы быстрее. У тебя, кстати, не было такой хуйни, то что некоторые диалоги не договариваются, обрываются где-то на середине. То, блять,
персонажи туда-сюда телепортируются, еще какая-то хуйня. То есть косячить немножко лень. Ну из-за того, что торопит. Так, 4 очка. Что можно качнуть? 4 очка. Очка. Это пока нихуя не хватает. Что лучше, Man of Medan или Little Hope? Да, в принципе, они одинаковые. Ну, вот даже в Man of Medan пару актеришек туда затесалось из Little Hope. Я просто сначала Little Hope прошел, потом Man of Medan. Как бы они, ну знаешь, даже чем-то похожи, блин, только история разная. А так, по идее, одно и то же. Скримеры, бугагашечки, это вот все. Вот это вот всякая хуйня. То есть люди явно не атмосферой берут. Блять, ты сдохнешь, нет? Уёбище. Пидорас, блять, а? Ты смотри, как он. Залез и ебанул меня. Ну не сука. Все, есть еще. Да, слышу, есть. А, ну это так. Болок скроп. Хуя. Где еще? Хуя. О, блядь, петухи. Кстати, эта студия больше потрудилась над этим, над Until Dawn. Хотя игра, по идее, та же. Что за толпа ебанутых подростков лезет, куда не надо. Но там хотя бы они более-менее там продумали, как сказать, атмосферу, что ли. Как тебе серия? Ну вот, я говорю то, что в принципе... Until Dawn, Little Hope, Man of Medan, они в принципе все вот такие одинаковые, ну, блять, как сказать, подростковый ужастик, типа того. Такой уже меня давно не пугает. Я уже, наверное, слишком дохера фильмов ужасов пересмотрел, но вообще, в принципе, чего-то бояться. Тут уже начинаю, блять, к скримерам привыкать, так что, ну, просто ты знаешь, когда он произойдет, это уже как-то не очень. Так что, мне кажется, если эта серия, ну, вообще, в целом, эта студия не догадается серию как-то немножко разнообразить, а так и будут делать скримеры, я думаю, им недолго осталось. Но больше всех как-то все-таки все равно Until Dawn понравился. Ну и, в принципе, Little Hope чуть-чуть получше Man of Medan, потому что, ну, Man of Medan все-таки как-то очень, блядь, очевидно то, что там газовые эти, как его, ну, геморрой с газом, там военные накосячили, оружие. Тут как-то немножко все-таки с этим, с сюжетом чуть получше удалось. Плюс еще чуть-чуть они добавили разнообразие, то что в Little Hope можно, во-первых, переигрывать этот, как его, переигрывать какие-то эпизоды. Если ты там где-то проебал, то там хотя бы ты можешь вернуться и вот прямо рядышком переиграть. И еще то, что там у них добавились закрытые черты характера. Такого в Man of Medan не было.
То есть характер не развил, допустим, в какой-то там момент. Можешь проебать персонажа в целом. Тоже. Разнообразие. Фигу. Прыгучая, блядь. Подбежал, ёбнул, свалил. Вот ты тварь, блядь, а. Сука. Тихо-тихо-тихо. Блядь, может, пушкой галку его ёбнуть? Ну, давайте. Где там гандон мелкий? Блять, смотрю, кто тут летает. Это падла нахуй. Хуяч это. Ладно. Хо-хо. А ты в Медан еще не проходила? Просто игра вроде старая, я думал, я уже давно все прошли, один только, наверное, я остался, блядь. Я вот, ну, Man of Medan вчера вот как-то чик сел, и вот за 6 часов заебенил игру. То есть они все, они обе коротенькие. Да-да. Тогда получается, сорян за спойлер тебе. Я не знал. Валим на хватит. А не прыгай. Ебучий, перепучий. Оу. Взяли меня, ёбнули на второй этаж. Давай, делай. Это, стрелять поп. Я хуй знает, как по одни. Уворачиваться пока. Но от них хотя бы здоровье нормально наваливать. Контрольная, значит, всех захуячь. Пошли смотреть, что взять можно. Он гай топает как это, блядь, босыми ногами по металлу.
исследования неизвестных артефактов. Мы не можем гарантировать вам вашу безопасность. Очень полезная информация. Ты чё налетел? Обнаружен карантин. Да, побьет здоровье сейчас. Давай. Запускаем полный фарс. Во-во-во. Я буду аккуратненько коваться. А, здорово, Макс. Работу, что ли, пришел? Смотри, время 8. Это залог по Гауссу. Давай. Мы не можем гарантировать вам вашу безопасность. Че за глюки? Давай, охуели. Дроид ебаный меня куда-то утащил. Допустим. Дроид меня к секрету? Нет. Да, он меня уволок. Такой пидор. Куда меня утащил, блядь? Я уже воевать вообще собрался. Ну. Ну и ладно. Ну и пойдем куда-нибудь. У тебя выходной, ты после ночных, короче, да, получается? Отцепнуть. Так, что-то не тем, по-моему, этих ребят хочу. Блокировка зоны. Мне сюда надо. Это, конечно, заебись, но пока я там вот всех не переебашу, эффекта не произойдет. Хуй знает, просто поднимем, потому что норм. Пляжа, блядь. Так, вот эти бегуны ебучие. Они, блядь, там и я уебан. Ёб твою мать. Разъебали. Неху было скакать, куда попал. Кроть ебуть. Обнаружен карантин. Блять, там остановился, чувак.
не поймать. Ладно, давай пару запускаем, потом будем разбираться. Ебучий спит, блин. Я просто пытался на пролом подержаться, чтобы... Ай, блядь. Это... Да. Он, блядь, долго подыхает. Что на? О, 200 здоровья. Мы ебанулись. ХПшечки подняли мне, я смотрю. По-моему, еще и добавили в этого бронежилета. Я тут больше никого нет. Я вам трусы какие-то. Подозрительные личности. Штурмовая нет. Пулемет. Ебанем по маленькому. Второй гауза атакует. Купили дети. О, блять. Что ебашка? Пиздос. Я застрял на. Борман, здорово. Ну вот, видишь, как замес в аду. В принципе, ад-то пройден. Я сейчас уже на Марсе шароеблюсь. Пиздят меня хулиганы. Вот я им так пальчиком погрызли, говорит, не пиздите ее. Заметы все побешеннее становятся. Новые некоторые мобы, блядь, появились, которые атакуют, как этот, роскоти, блядь, черепашек. Хуярят по одной траектории, иногда бегут прямо на тебя. Вот так, как дурак. Ебанул. Так, где ты эту пилюльку волшебную брал? Где какой? Райс. Мой не пойдет. Пушка Гаусса, блять, ну она клевая, но ее мало. Ладно, взрываем пилюльку. Начинаем пиздолеть. Хуяк. Автоматом после пушки Гаусса идет, блядь, пулемет. Ой, это дробовик. И будет. Подожди, он застрял. Он добраться до меня не может. Как-то ты заглючил ото всех, да? Ты смотри-ка. Пошли нахуй. Вы до меня добраться не могут. Того бы гандона надо захуять. Прямо с пистолета. Ну, я тут ни при чем, игру заебенило самостоятельно. Все. Я не хотел мимо ящиков попасть. Второй раз так можно сделать?
Ёбаный. Ты больной, что ли? Вот я. Блять, этот мудак хорошо сносит. Пизда мне сейчас будет. Где подхилы, блять? Чем хилиться-то, ёбаный урод? Кажется, я знаю, что. Ай-яй-яй. Здравствуйте. Еще один. Валим, блядь. Такой мудила просто, пиздец. И на журке мне выдал. Гандон, блядь. Сёма, здорово. Надо ракет-лаунчер. Что это за хуйня? Ракет-лаунчер. Ракетница, что ли, обычно? Ракет-лаунчер. Ракетомет какой-то там есть. Я с него потихоньку херачу. Да, вебку поменял давно уже. Вот он, ракетомет, лаунчер. Ну это, наверное, есть ракет-лаунчер. Кстати, все, Барсик, я второй раз так не застрянул уже. Блять, стоит он, нихуя какой. Такой пидор, блять. Жесткий. Спасибо, ребят, за лайки. Со щитом по-любому надо выйти. Держи. Че, нихуя? Отсоса, блядь. Я думаю, сейчас, блядь, или на потом оставить. Пилюк тарна. Когда совсем жопа, я думаю, надо просто взять в руки бензопилу и делать вещи. Погнали. Штурмовая, пистолет, гаус. Давай, опа, гаус. Пушка гауса, выбираю тебя. Хуёво, то что за ней, блядь, сразу... За ней сразу стоит, блядь, все там. Я застрял. Сейчас для всех заебень. Хуям собачьим, могу там майк. Ай, блядь. Все кончилось. Сука. Ракет-лаунчер, ёпта, погнали. Вай. Дурак. Чё? Давай. Чё? Разъебался. Причём скрипт на вообще дальнего чувака сработал. Окей. Это что, урло еще? Может, там где-нибудь фиктура тоже застрелит? Давай, выходи. Ел. Пидорвера, блин. У
Неужели? Успел. Контрольная точка. Ни патронов, нихуя не осталось. Ну тут единственный вариант — это просто взять бензопилу и ебануть пару человек, чтобы патроны с него вылетело. А больше все. Я знаю, зачем поднимать кран, но ладно. Просто чтоб было. Есть еще чем? Никого нет. Ладно. До лучших времен. Что дали-то? Пулемета немного. Пушку Гаусса. Супер дробаш. Не густо, но ладно. А что за вебка? HD 1080p, по-моему, Logitech, если я не ошибаюсь. Подхилился. Почему у меня тогда этот уменьшается в ту сторону? Хуй знает. Пойдем сюда. Вот такие. Угу. Там патроны, надо туда ебашить. Дальнобойная бы надо на голову. Поставлять носит, заебись. А ёб твою мать. Патроны же? Да, неужели? Плазменная, да? Да хотя бы вот это возьмем. Возьми на вот эту хуйту. Неужели? Бронежилет давно не виделись. О, нихуя, я с другой стороны аж пришел. Я помню заметки. У них типа такая ветка была. Пиздуйте испытания. Не проходил ни одно так. Жили небогато, и нехуй начинать, как говорится. Даже не телепорт, ничего. Ну давай попробуем. Блять,
Да, он ползет, что-то не в его. Надеюсь, я все смотрел. Хуя. Прежде чем взрывать, это что у нас вообще? Что-то жёлтенькое. Сейчас их посыпется до хуя. Потом сюда надо идти. Это у меня какой-то желтой хуйня. По-моему, это быстрое перемещение, да? Время. Я не помню, когда контрольная точка-то была. Я сейчас здесь гляну на всякий случай. Может быть, я что-то пропустил и не взял. Просто, чтобы потом не возвращаться. Ну, по-моему... Отказано, так отказано. Несанкционированное исследование закрытого зоны запрещено. Ну, хотя бы уже не зря шел. Так, там я точно все посмотрел. Мы не можем гарантировать вам вашу безопасность. Пушка Гаусса, дело хорошее. Так, там у нас, по-моему, пила и еще что-то. Выход там закрыт. Головы, блядь, летающие, они нахуя сносят, конечно. Стреляют быстро. Прям, погоди. А иначе мне не нажать, да? О! Секретик нашел. А, хуй там не нашел. Этик. Я его уже когда-то нашел. Че, еще не все, что?
Ну, забирайся. Тоже. Ну ладно, хоть похилился немножко. А что тут уже никого нету? А где все? Ладно, сейчас, короче, здесь получается основную толпу вместе с этим клоуном разъебу еще. Разъебу этой пухой. Летят головы, короче, да? Успеть бы. Я в это время или попробуем, там же, по-моему, бегом, да, появляется? Да, вот это вот. Сдохнешь, нет? Теперь башка. Я отсюда идти. И за жизнями сюда возвращаться, да-да-да. Придется, бляха, все тут прям. Прямо все, брат. Малая винтовка, нет? Нет. Давай-ка штурмовой винтовкой попробуем захерачить этого придурка. Там же мелких мобов тоже дохера. Полгода.
дергаем стоп-кран, короче, да? И у нас... Давай вот так. Стрельбы вот этой пушки Гаусса. Первая башка. Вторая. Блять, вот они где. Блять. Ну почти же, да? Короче, плазменную пуху надо оставлять. Чуть не ёбнулось, ты смотри. Ёпта, вот этого гандона тут точно не хватало. Еще две.
чему подразделение, не удивлен, насколько не последнее. Сказался, нихуя не осталось, блять. Рубакова, привет. Спасибо. Спасибо за поддержку. Давайте последний разок попробую еще. Все, наверное, сегодня будем справляться. Глаза уже охуевают. Пиздец, меня, блядь, два моба чуть не вынесли, охуеть. Походу я уже, блядь, устал. Убиваемый чувак попался. Опа, дробаш такой. Броня есть еще. Может, что-нибудь еще пропустил? Важно. Ну-ка, давай посмотрим. И брони-то заебись было. Ладно. Это нет. Она еще не сдохла. Пиздец. Давай, давай, давай. Главное не упасть. Остался кто?
Отлично. Нашелся. Вот и пропуск подоспел. Нельзя послать за ним команду. Я руководитель этой корпорации. Вся ваша работа и открытие принадлежат мне. Он был моим еще до того, как вы его нашли. Он вот здесь, да? Доступ предоставлен. Вот полниц. А вот я пришел на локацию. Где я уже был, да? Там закрыто. А желтая только вот здесь дверь была. Доступ предоставлен. Один как поезд, да. Поезд готов к отбытию. Будем закругляться. Пункт назначения – особый исследовательский комплекс ОАК. Больше ничего нет. Там прямо нет. Ну, собственно, и все, да? Как раз уровень пройден. Ну что, ребят, спасибо, что зашли, поддержали. Спасибо всем за просмотр, лайки, комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Еще раз всем спасибо и пока. Сохранять и выйти.